Третий в этом году случай гибели на железной дороге произошел в Одинцовском округе вечером 10 февраля. 32-летний мужчина переходил пути недалеко от станции Одинцова на участке плохой видимости. Бригада локомотива применила экстренное торможение, которое не помогло избежать наезда. Мужчина погиб. Всего в 50 метрах от места трагедии находится пешеходный переход, которым он, к сожалению, не воспользовался.